Здравствуйте, дорогие зрители! Хотел бы вам показать новую игру Кронос. Обзор, начало игры. Давайте начнем. Выбираем мужской пол, меч или топор. Мы выбираем меч, сложность. Мы герои. Начинаем игру. Очнулись мы у входа в какую-то пещеру. Осмотримся. Сзади мы видим, бушует море. Подходим к морю. Мы не можем дальше пройти. Тем самым мы понимаем, мир ограничен. Он не открытый. Посмотрим наши настройки. Да, РПГ. Мы первого уровня. Возраст 18 лет. Только меч. Удары меча. Как Dark Soul. Верхний-нижний удар. Сильный и слабый. Б. Отход. Как Dark Soul. Уворачиваемся от ударов противников. Проходим дальше. Графика красивая. Аниме. Проход. Какая-то дверь. Видать, от старой цивилизации. Видим лифт. Нажимаем. Он поддался. Входим. Какие-то туннели. Проходим дальше. Прекрасный вид. Гроза. Красиво сделана графика. Дождь. Внизу бушует море. От непогоды. Проходим дальше. Видим и опять лифт. Заходим. И выходим еще ниже. Видать. Ниже уровнем данной базы. Впереди какой-то маяк, полусогнутый. Видим компьютер. Можно применить. Процессор CPU X8230, 5 МГц. Понятно, оперативки нет, сбой. Проходим дальше. Да, система подушатанная. Вдалеке видим тоже, опять же, компьютеры. Какая-то система управления. И опять лифт. Уровень третий. Спускаемся еще ниже. На полу кровь. Вокруг одни трупы. Что-то мигает. Маленький ключ. Понятно. Дверь? Нет, дверь не подается. Осмотримся. И опять какие-то компьютеры. Подходим к компьютеру. Нажимаем старт. Система блокировки. Вставляем ключ, который мы подобрали с пола.
базового управления. Отключите авиарению блокировку. Да, мы отключаем ее. Теперь, я думаю, двери открыты. Мы сняли блокировку. Сохранение автоматически идет по фону игры. Проходим дальше. Какой-то зал. Мы проходим. Зрительный зал. Вон стульчики. Окно зрительное. Экран. А в соседней комнате существо с двумя топорами. И сломанные серверы. Мы не можем туда пройти. Стекло не разбивается, не подается. Двигаемся дальше. Дверь. Она тоже заблокирована. Надо карточку. У нас нет карточки. Проходим дальше. Какой-то камень. От него идет свет. Мы не понимаем. Что это? Пытаемся пройти дальше. Дверь. Она опять заблокирована. Проводки. Но нам нечем их соединить. У нас ничего нету в инвентаре. Мы возвращаемся обратно. Откуда пришли? Я думаю, вначале какой был компьютер, он не работал. Но сейчас мы разблокировали систему. Попытаемся им воспользоваться. Нам надо просто вернуться обратно. Вот наш лифт. Проходим. Проходим дальше. Мы возвращаемся к тому компьютеру, который не работал. Оперативка не позволяла. Ну а сейчас все-таки мы вошли в него. Провести диагностику системы. Мы оживили какой-то камень. И от него тоже исходит свет. Давайте воспользуемся им. Мы видим в камне проход в какой-то мир. Да, мы выбираем путешествие. И вот мы телепортировались в другой мир. Статуя какого-то существа и проходы. Уже не более современные, а древние технологии. Даже постройки дверей. Нам говорят приготовиться к бою. Мы готовы. Ловим цель, как Dark Souls. И начинаем бить нашими выпадами. Убили какой-то гном. Он исчез. А другой, видите ли, прячется.
Глазенки одни. У нас есть возможность удара щитом или блокировка. Видим лестницу. Поднимаемся. Плохо по игре. У нас нет прыжка. Дверь. Она опять закрыта. Ну что ж, спускаемся с лестницы. Да, это какие-то старые руины. Какой-то проход. Мы входим. Что-то блестит. Вынимаем. Из груди статуи это хрустальное сердце. Кровь дракона. Если раз нас ранят, мы можем воспользоваться, чтобы оживить себя. Впереди опять стоят враги, данные гномы. Слева дверь. Но гном увидел нас и спешит к нам, чтобы уничтожить нас. Но мы убили его. Он оказался слабым противником. Заходим в двери. Мы нашли какой-то свиток. Король объявил храм запретной зоны. Прекратите работы. Давайте дальше пройдем. Какое-то существо. Но оно уже стреляет магией. И оно нас убило. Не так-то они просты, как казалось. И нам объясняют, что чем больше нас убивают, тем старше мы становимся на один год. А опыт сохраняется. Прикольно. И враги опять появились. Как Dark Souls. На них можно прокачиваться. В этот раз мы будем постараемся быть хитрее. Не дадим нас в обиду этому хитрому гному. Ну что ж, мы выходим еще на один заход. Он сразу нас увидел и устрельнул. Надо поправить здоровье. Он не дал. Да. Скорее всего, дорогие зрители, я зря выбрал уровень герой. Я, по-моему, и сдохну как герой. Я повысил уровень.
И теперь я могу распределить 2 очка. Сила. И, скорее всего, выносливость. И у нас выросла сила и жизнь. Прекрасный метод прокачки. Да, они опять хотят нас наказать. Попробуем в этот раз. Может, получится. Мы убили его. Просто подбежали и убили. Бог любит Троицу. В третий раз нас не скосит. Мы стали сильнее и богаче жизнями на 20 очков. Обоих убили. И вот, дорогие зрители, я хотел вам привести маленький обзор данной игры. Игра в стилистике Dark Soul, мультяшная, прекрасная прокачка, прекрасный сюжет. Надеюсь, кому-то будет интересно. Старым геймерам. До свидания, всего хорошего.